Итоги национального кинофестиваля «Золотой петух и 100 цветов» подвели в городе Сямэнь провинции Фуцзянь. За престижную кинопремию боролись 172 китайских и зарубежных фильма. Сразу три награды – за лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана и лучшую операторскую работу – получила драма «Возвышение в ранг духов. Королевство штормов». Шпионский триллер «Скрытый клинок» победил в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая режиссура» и «Лучший монтаж». Специальным призом жюри отметило научно-фантастический блокбастер «Блуждающая земля 2». Он также получил награду за лучшие звуковые спецэффекты.